наш забор приюта, песик красавчик и его поддержка в лице Морти Робби. Наступление белой полосы в домашнем мини-приюте собаки Семашка несколько откладывается. Утро началось с невозможности выйти волонтеру из дома. Ночью рухнули ворота приюта. Экстренно вызванные мастера уже на месте, уже идут некоторые ремонтные работы. Сегодняшних утренних приключений нам, видимо, показалось недостаточно, и мы решили еще внести в жизнь одного из наших хвостиков кардинальные изменения. Днем отвезла волонтер Марина Абельдяева красавчика на долгожданную стерилизацию. В принципе, это совсем было не по плану, но в последнее время он так достал всех своим вниманием, если вы понимаете, о чем мы. Даже наших пацанов в клинике как раз намекнули, что есть свободные окна. В общем, что называется, все совпало и звезды сошлись. Увы, мы пока никак не можем организовать коллективную стерилку на дому, как это обычно бывало, и это было раньше очень экономично и удобно. Не удается у волонтера согласовать график обстрелов по нам, в кавычках, вы, если понимаете иронию, жары, подачи воды или ее отсутствие и свободного времени нашего, естественно, доктора, который должен приехать и провести все эти процедуры. Поэтому по возможности дальше будет волонтер хоть по одному, но водить наших собак и кошек в клинику. Список у нас приличный. А очередь в этой группе хвостиков у нас только пока что растет, к сожалению. Сам же красавчик от операции почти уже отошел, чувствует себя хорошо, лишь мордашка немножко обиженная. Интересно, почему? На правах очень больного устроился рядом с Робби в том же месте. Лежат, сплетничают, жалуются друг дружке. Один на несчастную судьбу, другой на раздутый от вкусняшек животик.